А теперь хорошие новости. Ведь в эти праздничные выходные принимали поздравления все женщины планеты. В Машгородке депутат Валерий Семенов вместе со школьниками и студентами поздравил представительниц прекрасного пола прямо на улице. Шикарные обои, современные напольные покрытия, крепкие входные и стильные межкомнатные двери. Сегодня мы проводим акцию, которая называется «Улыбка мамы». Ученики лицея номер 6 и школы номер 9 приготовили для женщин нашего Машгородка поздравительные открытки, которые мы сегодня будем всем, кто повстречается на нашем пути, дарить и поздравлять. 8 марта! Помимо учеников 6-го лицея и 9-й школы, в акции приняли участие дети из школы путешественников и студенты ЮРГУ. Они подарили хорошее настроение всем жительницам Машгородка. Такие акции активисты решили сделать традиционными.